Добрый вечер. На видео представлен абсцесс спины. Это образование, как бы казалось легким, на самом деле представляет опасность и угрозу для жизни человека. Если затянуть, может быть достаточно большая флегмона, которая требует активного тренирования и больших разрезов. Эта операция не представляет большой сложности и чаще всего оперируется в амбулаторных условиях. Как вы можете заметить, эта операция проводится достаточно часто на моем канале. Гной, наверное, самое лучшее, что может привлечь человека, и одна из отдушин нашей профессии. Предлагаю вашему вниманию протокол операции. Смотрим, наслаждаемся и ждем новых выпусков. Как давно она у вас появилась? Вот это? Да. Вчера утром. Буквально за один день.